Так, мы находимся на Киевской 9, это коммерческое МРЭО. Сегодня не самое стандартное, скажем так, закрытие заказа. Сегодня мы закрываем заказ с вот таким Hyundai AX35. Блин, шпарит дождь и ветер, отойду немножко, да. Продает автомобиль девушка, с ней приехал ее отец, который явно не хотел ждать в обычном МРЭО, не хотел ждать оформления всех бумаг, поэтому он нас привез на Киевскую 9. За все сам заплатил, за платные услуги. Ему надо быстрее, 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 быстрее. Но в итоге... 14-го года. 50. Hyundai AX35 14-го года, а это я расскажу попозже, когда буду машину показывать. Пробег. 52 тысячи пробег. Стоят дополнительные подножки. Есть вот такой вот нюансик на автомобиле. Кто-то во дворе, они даже не знают кто. Ага. Притер вот. Вот. В остальном даже камера есть, что было в договоре прописано. Камера заднего вида, комбинированный салончик. Она полностью обслужена, делала все ТО, там же, где я покупала. Соответственно, она еще на гарантии. Мы смотрели похожий автомобиль в более простой комплектации. Там не было, вот это, не было кожи, там был только, да, тряпичный, да, салон. Камера. Не было. А там 13-й год был, и пробег был на 10 тысяч больше. Там 14 разве был? 14. А, 14, я понял. Так, сейчас внутри можно покажу тогда, ладно? Так, что у нас тут? Мультируль, понятно, круиз-контроль, управление телефоном, климат. Да все, тут есть все, правильно? Чего здесь нету? Передний привод. Ну, как и было в договоре. Передний привод, да? А чего тут нету? Из того, что вот у них может быть. Что-то одной кнопки не хватает. Слушай, я так понимаю, что одной кнопки здесь есть подогрев зоны дворников, наверное, подогрев лобового есть. Может так... быть. Хотя. Либо это зона дворников. Да, наверное, подогрев. Либо подогрев, либо еще есть помощь при парковка, спуске. Парковка. Нет, там она есть слева. А, есть, да? Помощь это, при спуске, наверное, есть. А, у них, если парктроники стоят, у них есть отключение парктроников. Вот оно. Ну тогда. Еще да. Одна кнопка. Я не знаю, ESP может отключение. Хотя оно-то тоже вот. Там есть, да? Вот разве не оно? Я не вижу. Ну, в общем, здесь много кнопок, здесь хорошая комплектация и да, действительно. Есть, вот. Ну, здесь еще что-то. Здесь подогрев руля. Это подогрев руля. Так, и поддержка здесь. Поясницы. Все по красоте. Состояние, конечно, вообще шикардос. Два комплекта коврика. Лучше бы сказал, два комплекта колес. Нет, колеса за 25 рублей были предложены на дисках. Ну, это как бы, считаем, это дороговато. На дисках за 25, да? Да. Я бы на вид подешевле. Тебе нравится автомобиль? Да. Слушай, мне тоже нравится. Мне тоже нравится. Классный. Главное, что заводится. Мягко заводится для меня, на самом деле. После старой машины это... А камеру заднюю как? Ну-ка, включай. Тормоз, тормоз. Потому что они ее по гарантии меняли, она синевая, да, пошла. Что, она синевая пошла? Ну да, у них есть снег, у меня на спорт еще то же самое было. Слушай, ну он классный, он прям классный. Опа. Блин, об эти порожки постоянно штаны будешь пачкать. Слушай, ну прикольно, прикольно. Ой, аптечка. Ой, против... Так а тут есть и огнетушитель, и аптечка. Аптечка. Да. Аптечка, огнетушитель. И этот. Против солнца, да. Шкребок, все есть. А это что? Пятновыводитель даже есть. Еще И какие-то запчасти, в общем. Класс. Обогрев задних сидений, соответственно. Да, в общем, это был не самый простой поиск. Смотрели X35, хотелось, конечно, именно в хорошей комплектации, в определенном бюджете. Дим, вопрос, сколько он получается по объявлению, сколько торг? 970, 960 было, а забрали за 940.
20 тысяч, за 940 тысяч вот это AX35 достался нашему клиенту. Подписывайтесь, ставьте лайки, смотрите за нами, за нашей работой дальше. И смотрите, какие автомобили мы находим для наших клиентов.